Hast du nie? Работаем там, пацанчики. Голову, голову не забывай. Ножки шире, голову наклони. Пошли, пошли. Девчонки, работаем. Так, что там с панталонами? Что-то у всех панталоны падают. Панталонаж. Так, опять он лежит. Опять он работает. Эй! Эй, 5 упражнений по 30 раз. Хорошо, все. Давай.
Тренцию дома есть две градации. Это мастер и ученик. Мастер, так как он все, вот если вы будете чаще выступать в Тренцию дома, заметите, что тренера, особенно те, которые судят, арбитры, они все на японском. То есть название приема, все на японском. Это пояс, это хобби. То есть как вот хобби. Есть ученическая. Ученический разряд, есть мастерский. Вот сейчас было гала-спорту, то есть мне как бы дали за то, что вот за всю жизнь, что я провел мастер спорта, это черный пояс, это первый дан, а остальные мне присвоили, не знаю, почему сразу четвертый, могли бы и второй еще, я бы не отбился. За то, что у меня есть какие-то результаты, как тренер. То есть у меня есть результаты. То есть они оценили мой вклад в дзюдо, как бы четвертый дан. А всего дано 7. Есть ученический, называется кю. Это белый пояс. То есть вот у тебя белый пояс. Но ты его не выполнил. То есть ты должна знать, что такое дзюдо. Ты должна знать, как поворачивать, как брать захват, как кимоно складывать, как пояс правильно одевать. И когда ты сдаешь экзамен, у тебя здесь должно написано. Нет, не фломастер, как я был на сборах, там была шапка, и он написал фломастер, а не дас. Это генеральный код. Вот. Потом вы должны выполнить другой ученический. То есть уже пойдет другой пояс. Уже пойдет другой цвет. Там белый, оранжевый, зеленый, синий. Вот это вот. Кандидат по сторонам, и он уже черный. Да, все? Хорошо. Да. И вы должны выполнить, и вы должны иметь пояс, где написано. А если вы не будете выполнять, значит вы будете ходить без пояса. Вот у Денис давно тренируется, но вот я это не делал, но у него просто пояс. А если здесь было написано, он получит специально от федерации удостоверение, что он имеет. И когда он сейчас закончит лицей, он поедет назад. Он будет работать, может быть там работа будет, он поедет туда. Он придет, там все дзюдо. Полно, можно у вас тренироваться? Ну там чешский взнос, там 30 евро, 50 евро, потому что это у нас бесплатно. А там платно все. Вот. Он заплатит, почему-то, что он будет работать, и все тренироваться. Там раз республика, они скажут, иди, выступай. А там можно иметь разряд вот этот юг. Он оп, у всех выигрывает и выступать не может. Потому что нет разряда. Такой солидный ученик. Один, второй, третий. Я делал эти штучки, они приезжали когда сюда на праздники, я их делал. Но они не сдавали. Но они выступали. То есть это нужно будет как раз у вас нужно. И я думаю, и вы узнаете отсюда больше. Кто основатель? А ну! Кто основатель отсюда? Видишь? А если ты пойдешь и вдруг не знает, и скажет, да, значит ты не занимаешься, ты обманываешь. Вот. А так ты будешь просто знать, и все будет все нормально. Сейчас вы будете бороться. Вы уже отработали, попадали. Так. Забирай Вику. Вон туда. Вика, можешь делать все, что хочешь. Денис, значит, я напоминаю, да? Те, кто борется. Смотрите, захват двумя руками. Отдаешь захват, Вика любой берет. Берешь захват двумя руками. Немножко ходишь. Если что-то делаешь, что-то с колен не делаешь, подхват под одну ногу не делаешь. Если делаешь подсечку, то с этой стороны надо лопать.
Только сегодня. Все, акцию. Еще раз, очень аккуратно. Еще раз, Денис, чуть-чуть в сторону. Угу. Так, Михаила, вас снимает скрытая камера, Михаила. А вы в прямом эфире, все остальные.